Тихонович. Мир вам, братья. Вячеслав и Николай. Мир вам. Так, сейчас. Сейчас. Мир вам и радость во Христе Иисусе. Слава Иисусу Христу. Так, ну сейчас по этой теме, сейчас попозже, я сейчас несколько вопросов других задам. Игнат Тихонович, по поводу, мы вот сейчас письмо пишем, и вот сейчас на вопрос, не прибавляй к словам его, и мы там затрагиваем вот «Отче наш» молитву, и, соответственно, опровергаем также их мысли, которые они могут в ответ сказать. Ну и одна из таких, что мы же хорошее прибавили, и я, ну, к словам, они скажут, они, мы же хорошие. И вот, в Писании вы упоминали места, которые тоже хорошие кто-то прибавил, но Господь не принял. Вот напомните это. Ну, конечно. Саулу, когда было сказано уничтожить всех, скотину, прочее, Самуил пришел, все сделал. А я волов оставил жертву. Противление Богу такой же знак, как волшебство. Найди это место, посмотри. Одинаковое. А все, и поэтому не надо говорить хорошее. Хорошее Дух Святой изрек. Не прибавляй и не убавляй. Кто прибавит, наложит Бог язву. Вот они и идут, язвы. Может, за вас как раз и идут на всю Вселенную. Вы прям повторили мысль, как мы написали, в точности. Прям ну да. Точности. Ну и дальше. Величие душа моя Господа, там честнейший херувим. Выделите отдельно честнейший херувим. Не прибавляйте к словам Господних, это страшная беда. Он объявляет лжецом нас всех. А учит лжецов в озере огненном, прямо покажи. Господь говорит, и не надо мудрость свою показывать, глупостью, которая стала. Угу. Еще мы добавили, еще вспомнили, Моисей тоже прибавил к словам несколько слов. Да, и все, и Господь сказал, не войдешь. Он же не за какие-то его грехи, а именно это добавил. Неужели из этой скалы? Три слова. И Господь говорит, и ты не войдешь, притом кратчайший, избранный Богом, вождь народа. И все, как страшно сделать не так, как Бог говорит. А мы облепились тем, что есть. Вот это тут немного, там немного, найди это место. Тут немного, там немного. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь. Правило на правило. Это про нас говорится. Вот это место обязательно показать. А еще вот есть же не когда прибавил, а есть когда усомнился. То есть там Захария раз, дар речи у него вот вожнятый. Это тоже может быть сюда добавить, когда усомнился. Ну, сомнение – это уже другой вопрос. Это еще надо посмотреть, да. Так это или не так. Под сомнение можем все поставить, и письмо, и все. А тот, кто Библию защитить надо нашими мыслями показать. Мы потеряли все. Вот Тарей беседует, он умно рассуждает, но на основании, что люди признают Библию. А тут нет авторитета никакого, нулевое. Что они сделали с народом? Они его отторгли от Бога. Люди Бога не знают. Люди ищут Бога, а они показывают свою грешную жизнь. Спасибо. Ага. Ну, так, все тогда. Сейчас отрежу. Да. По этой теме все, я могу тоже отключить это, да? Все, готов, слушай.